Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор покупочек Wildberries, Озон, Fix Price. Много будет очень интересного, поэтому оставайтесь со мной до конца. Хочу декорировать стены. Вы мне писали про картину на эту стену возле дивана и так далее. Здесь у меня немножко другая задумка. В этом видео будет навряд ли, потому что товар идет с AliExpress. Я хочу вон ту стену декорировать. Сейчас покажу, с чем. Мы заказали наклейку. Называется она «Мандала процветания» на Wildberries. Девчонки, поразила тоже доставка. Вот молодцы и молодцы прям. Я отзывы редко пишу на маркетплейсах, но таким продавцам надо написать. Во-первых, жесткая туба. Смотрите, какая толстая. Я открыла. Сейчас расскажу, почему. Выдают ее на пункте выдачи. Она выглядит вот так, но метр на метр. И другого цвета. Такого цвета тоже была, но я не хочу такую аляпистую. И я смотрю, внутри упаковки вот этот цвет. Я такая, ой, это не она, наверное. Давайте распечатывать. Но не оплаченный заказ, естественно. Вот так она внутри была, и я видела этот цвет. Потом еще смотрю, она маленькая, достала. А это подарки. Вы представляете, там много наклеек подарков. Первый подарок вот такой. Сейчас остальные достанем. Там много разных наклеечек, пожеланий даже, представляете? Как бы сама мандала. Она коричневого цвета, темно-коричневого. Мне показалось, что именно этот подойдет. Они разных цветов есть на Wildberries. Большая. Вот еще один подарок. Ксюша сказала ей в комнату. Вот такие открыточки. И тут написано на банк-карту. На банк-карту. Не знаю, что это значит, девчонки. Вот такая и вот такая. Представляете, сколько подарков? И вот это еще мандала. Сейчас будем клеить. Все готово. Мне очень нравится. Красиво. Ее можно было бы вот сюда повесить. Она тут смотрелась бы, может быть, даже гармоничнее. Я говорю, у меня тут прям вот другая задумка. Другая. Немножко погрела феном по краям, чтобы она лучше прилипла. Кто-то так советовал недавно из девочек Телеграм, что ли. Вот. Темно-коричневый цвет, и он на таких светло-сиреневых обоях, он немножко тоже играет сиреневым, темно-сиреневым. А для меня вот какой-то такой сиренево-коричневый, темный. Классно. Я видела в изголовье кровати, очень красиво смотрится. Ну, в общем, у нас теперь нарисовалась вот такая вот мандала процветания. Вторую маленькую мы наклеили за часы. Тоже очень красиво смотрится, просто ярко-сиреневый, который внутри, я его никуда не хочу, он никуда не подходит. Ну, аляписто будет смотреться. А вот так вот за часиками смотрится еще одна маленькая мандала. Красиво, перекликается. Еще очень классные две покупочки с Wildberries, я их прям так ждала. Мне уже не терпится попробовать, давайте с вами вместе распаковывать. Смотрите, как запаковывают. Вот последнее время радует прям, ну не все радует, конечно, у нас разочарования с вами будут. Но вот есть... продавцы, скажем так, да, которые заботятся о клиентах. Вот упаковывают хотя бы в пупырочку, да, чтобы ничего не повредилось, чтобы все были довольны и счастливы. Это аура, девчонки. Это скраб и крем для тела. Сейчас распакуем. Пупырка, еще один пакетик. Вот, молодцы-то какие. Так выглядят коробочки. Это крем, увлажняющий кремуз для тела. А это скраб. Солевой, как я люблю. Я уже вам рассказывала, почему я люблю именно солевые скрабы, потому что соль, на самом деле, это вещь чудесная, от многих болезней помогает, и воздействие ее на тело тоже обладает потрясающими эффектами. Гораздо больше, чем сахарный или кофейный, я люблю именно солевой. Огромный, по 400 мл. На Wildberries отзывы потрясающие, мне тоже захотелось попробовать. Скраб на сухую или влажную кожу, но сухую, мы знаем, у нас с вами будет более такой жесткий скрабирующий эффект. Если нужно прям где-то что-то отшелушить, локоточки и так далее, то на сухую. Я обычно делаю так. А так, помассируйте в течение 3-5 минут, все как обычно. Составы. Здесь очень классные составы. Мне понравились. Есть масла, есть экстракты, причем их огромное количество. Макадамия, алоэ вера. Чего здесь только нет. Вот кому интересно, можете нажать на паузу и почитать. Очень много масел и экстрактов. Обалденно, вообще супер. И объем, конечно, тоже радует. Хватит надолго, я надеюсь. Не тестируется, кстати, на животных. Ну, вот он, кремушек у нас с вами, увлажняющий кремус. Здесь 250 уже миллилитров. Так, они такое ощущение, что прям вот одинаковые, не скажешь, что 250, но солевой он тяжелый, значит, у нас миллилитров 250, а здесь грамм 400, да, у нас миллилитры, грамм отличаются, потому что баночки, они одинаковые, но которая со скрабом, она прям очень тяжелая. Так, крем на чистую кожу, массаж, ну, прям после скрабика, до полного впитывания, 1-2 раза в неделю, это антицеллюлитная, кстати, линеечка. Очень здорово. Здесь тоже очень классный состав. Прям вот очень классный.
Здесь тоже есть масла, экстракты, олива. Много всего. Смотрите, аргинин. Обожаю его в составе кремов. Здорово. Авокадо. Потрясающе. Так, здесь у нас 12 месяцев, да, открытое. Успею израсходую. А смотрите, Аура, это Россия, это наш бренд, что радует еще больше. Здорово. Давайте открывать баночки, смотреть. Крабик у нас с вами зафольгирован, а кремушек вот такой вот штучкой закрыт. Ой, мусс, даже мусс. Видно, что это прям мусс. Вот он скраб, он очень густой. Он прям очень густой, у него будет маленький расход по-любому. Смотрите. Отдушка у обоих средств очень приятная какая-то, цветочная, прям что-то напоминает. Цветочная и свежая, то есть не приторная, не сладкая, а свежецветочная. У крема она менее выражена, то есть если кто не любит отдушку на теле, я думаю, здесь она сильно не будет отдушать. Так, скраб, давайте посмотрим. Вот прям густой, ага, густой. Густой, и я не скажу, что у него какие-то частички сильно угловатые, они достаточно округлые. Но сейчас буду на теле пробовать, все вам расскажу. Вот сейчас попробовала пока на руке. Соседи у нас расстучались. Их очень много частичек, они хорошо скрабируют, но они не какие-то, видите, угловатые и такие прям вот жесткие-жесткие. Нет, прям хорошо, качественно, но без неприятных каких-либо ощущений. Пошла, ручки все поскрабировала. Вы знаете, когда его смываешь, ощущение напитанности кожи. То есть, видимо, вот эти в составе масла экстракты, они действуют еще и увлажняющие. Потому что не после каждого скраба как бы есть такой эффект. Многие из них сушат, потому что, да, идет отшелушивание. А здесь нет, кожа очень такая мягенькая. Так, давайте попробуем мусс. Я вот тут с крышечки возьму, если вы не против. Смотрите, какой. Он очень плотный. Я думаю, тоже расход будет маленький. Если еще после скрабика на влажное тело. Вообще здорово. Одушка еле выражена. Вот прям действительно что-то напоминает. Легкая такая косметическая одушка. В скрабе она более такая цветочно-свежая. А здесь такая вот легкая косметическая, но тоже цветочная. Нанесла на ручки, распределила. Впитывается довольно быстро. Нет никакой масляной пленки. Она не ощущается. То есть продукт такой не тяжелый, нет, отнюдь не тяжелый. Вот у меня руки любят тяжелые продукты. Нет, отнюдь не тяжелый, он такой средненький. Но чувствуется такая вот питательная какая-то основа, но продукт не ощущается на коже. То есть пленки никакой нет. Продукт не ощущается, очень быстро впитался, оставив за собой ухоженную увлажненную кожу. Потрясающе, мне очень понравился крем. Ну что ж, мне не терпится, давайте скорее я схожу, наверное, уже в душ. Все попробую и вам расскажу. Дала поподробнее состав. Представляете, здесь экстракты кактуса, ламинарии и фикуса, и они стимулируют кровообращение, то есть он нас должен так немножечко, не то что подогревать, но тем не менее, как и после любого скраба, должна быть краснота какая-то на теле, да, это на самом деле очень круто, это круто в борьбе с растяжками, круто в борьбе с целлюлитом. В составе крема есть еще пантенол и витамин Е, там вообще состав очень богатый. Слушайте, я хочу эти продукты применять на лицо, вот честно. Слушайте, сходила в душ, и снимаю уже спустя какое-то время, потому что прям, ну, вся красная была, так хорошо проскрабировалась. Мне очень понравилось. Прям супер вообще. После скраба, если честно, даже не хотелось наносить никакой крем, потому что вот прям такое гладенькое тело, увлажненное, что кайф, просто кайф. Обалденный продукт. Слушайте, но крем, когда наносишь, вообще просто вот просто кайф. Кожа чувствует себя потрясающе. Увлажненный, действительно, вообще не утяжеляет. Он очень легкий. Я не насухо прям вытирала тело, я на слегка такое влажное тело распределяла этот мусс. Он очень быстро впитался, оставив за собой кожу увлажненной, но ни капли, вообще ни грамма не утяжеленной. Кстати, в скрабе морская соль, а это эксфолиант, то есть еще и регенерирующие всякие свойства, да, есть у этого продукта, поэтому я довольна. Ссылки на скраб и на кремушек оставляю вам под видео. Купочки фикс-прайс, наконец-то мы до него доехали. Взяли вот такой фольгированный шар. Снежное кружево, крестюши, сейчас надуем прям. Держи, малыш, держи. Иди папе отдай, он надует сейчас. Вот такую красоту взяла для елочки. Здесь по две штучки получается разного дизайна. Сейчас, если чек в пакете, я вам, конечно, покажу, но, по-моему, мы его не взяли. Тоже снежное кружево, в основном все фикс-прайс. Сделано достаточно аккуратно, слушайте, очень красиво и здорово. Уже резинки привязаны с вот такими колечками. Мне прям понравилось. Так, шары. Серебряные, но они какие-то серые. Нет, это упаковка. Упаковка, вот она какая-то темная почему-то. А, вот такую вот упаковочку тоже, наверное, снежное кружево. 8 штук, 5 сантиметров. Так, дальше поехали. Вот такие наклеечки взяли.
Будем клеить Ксюшке в комнату. Ассортимент огромный, слава богу. Я, кстати, знаете, как сейчас делаю? Я себе набросала в корзину в приложении, что мне надо купить, и пошла и целенаправленно уже это искала. У нас из приложения, к сожалению, доставка, блин, стоит 400 рублей, 390. Ну, за что? А вот эти по 39 рублей, точно помню. Снежное кружево, вот такие снежинки. По 39 или по 36 рублей. Так, дальше. Вот такие наклейки взяли новогодние девочкам играться. Письмо Деду Морозу, да, Ксюша будет писать от себя, да, от себя и от имени Кристины. Там они в различных дизайнах тоже. Вот и такой пистолет им взяли играться. Есть. У нас, кстати, такие шарики есть от Зайки, тоже да. Из Фикса. Я думаю, им будет весело. Вот, держи, идите, Крис, открывайте в зал, не шурши тут. Вот такие взяли снежинки, они подходят под цвет штор Ксюши в комнату, поэтому тоже на них внимание обратили, и яркие. Так, что у нас тут дальше еще в пакетике? Пакеты фасовочные я всегда беру для заморозки, потому что они очень плотные. 50 штук, 35, 25 на 35, и они самые плотные. Вот мне не нравятся больше всего. Вот такие красивые снежиночки взяли, тоже снежное кружево. Звездочки. Были звездочки, были снежинки, дизайн тоже разный. Надеюсь, они сыпаться сильно не будут. Завязки есть в комплекте. Так, дальше. Вот такие конфетки девочкам. Вкусные, маленькие, миленькие. Так, Ксюшка себе вот такой пенал выбрала, захотела новый пенал. Достаточно вместительный, два отдела. Дальше две бомбочки. А, это в другом магазине, кстати, это не Фикс, это рядом тоже по типу Фикса. А, клей закончился. Вот такие классные носочки ходить по дому. Ксюшке. Я говорю, смотри, какие милые, не хочешь такие взять, походить? 99 рублей, насколько я помню, 35 и 38 размер, надо было себе такие взять. Такие мягкие, колодцы не будут 100%. Так, и пластилин взяли Ксюшке, потому что тоже уже заканчивается на труды. А была акция, по-моему, 12 цветов, вот этот был по 99. Да, чек, конечно, мы не взяли. Ну, такого добра в каждом экспрессе хватает. И приблизительно, в принципе, цена у всего одинаковая. Вот эти, по-моему, 99 рублей тоже стоили, а пенал даже не помню сколько. Вот раньше удобно, раньше Фикси на всю цену клеили. Сейчас, видимо, не успевают, наверное. Помните, на каждом товаре практически обзоры снимал, куда был ценник. Ой, они, кстати, еще просиликоненные. Здесь силиконовые точки. Противоскользящие, вообще класс. Вот такие покупочки с Фикса у нас в этот раз. Ксюшка себе вкусный адвент-календарь вот такой купила, M&M's. Пока еще не вскрывали. Что там непонятно. Большой такой. Папа ей обещал. Погнали! Давай, готовы. Ай, 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 как далеко стреляют. Еще один, тихо. Я боюсь. Ай, ай. Все. Нравится? Очень. Ну вот, играйтесь. Покупочки Сазон. В черную пятницу вот как раз брала вот такие ручки, набор Ксюшки в школу. Ручка шариковая. Вот такие, не знаю, посмотрим. Файлы взяла, то все файлы позаканчивались. Доклады периодически какие-то делаем. Набор файлов, по-моему, их тут 10 штук, если я не ошибаюсь. Что-то этикетки нету. Да, вот, наверное, 10 штук, да, пригодятся. И взяла... Сейчас я тебе дам, сейчас. Надо ручку нам обязательно, это наша болезнь. Показала тебе мама, да? Ай-яй-яй, держи. Трусики. А, трусики, как они называются? Подгузники для приучения к горшку. Трусики для приучения к горшку. А, Сесси, получается, марка. Смотрела по отзывам, вроде нужен был комплект. Не открывается размер L, там размер еще разный. Она вот она. Ты ее открыла уже. Вот. И посмотрела, вот они дешевле всего получились на Озоне. Нательный слой, махровая ткань, 100% хлопок, мембрана... Что? Что такое? Что ты рухаешься? Я тебе дала ручку. 100% полиэстер и внешний слой трикотаж, хлопок. Так, давайте смотреть. Ну, как минимум, их нужно, да, три штучки, поэтому брала набор. Посмотрите, какая прелесть. Это на попе будет. Так, резиночка вокруг ножек. Вроде отзывы хорошие прям. Так, у этих, смотри, какой барашек. Смотри скорее. Барашек и здесь божья коровка. Сейчас внутри посмотрим, что они из себя представляют. Резинка прошитая. Как бы тут прокладки прям какой-то, никакой нет. Вот я смотрела некоторые, там прям видно, что что-то как будто вставлено, марлица. Здесь нет. А внешний слой и внутренний махра. И он вот так вот. А здесь как бы уже такой обычный однослойный хлопочек. Слушайте, ну интересно, я расскажу тогда, как это все дело будет происходить.
по идее, протекать не должны. Ну, посмотрим. Резинка вокруг ножек. Сейчас по размеру посмотрим. Что, покупочки. Так, это у нас с вами Озон. Крестюшка уже пытается ножницы развивать. Детские ножницы взяла. Вот такие вот. Что-нибудь мастерить. Ксюшке пригодятся. Они, видите, не железные. Но, тем не менее, бумагу картонами резать нормально. Взяли крестюшки на Wildberries. Вот такие валеночки. Всего 1000 рублей. Понравились. Я выбирала из 7 пар. Тепленькие, хорошие, стелька теплая. Понравилось то, что это была единственная пара, у которой вот здесь, ну, типа кожа. Да, Крис, спасибо. Ага, иди поставь туда, иди поставь. Вот, типа кожа, и они самые маленькие были. 23 размер, меньше не было. А другие, они были полностью из войлока, и я боюсь, что по нашим зимам она может промокнуть. Такие миленькие, красивенькие. Вот, на одну зиму-то, господи. Так, что еще пришло? Пришли вот такие резиночки. Что-то тут в подарок. А, нет, тут просто. А, прозрачные специально взяли. У Ксюшки сейчас косы. Резинки постоянно эти отрываются. Замотали. А у нас уже кончились под цвет кос, поэтому прозрачные – это идеальное решение. Взяла на Озоне вот такую вот папку для документов. Дешево совсем была, поэтому взяла. Вот такая вот она с резиночками. В документах хочу на днях разобраться. Еще пришел светильник. Ксюшка просила, проектор точнее, нашли. Вот заказали на Озоне тоже. Где здесь озоновская этикетка? Нигде. Сейчас откроем, проверим. Обманула на Wildberries, я уже запуталась. Это Wildberries у нас с вами. Раз убеждала себя, что надо все проверять. Ну, вы представляете? Он разбитый. Причем весь нафиг тут вообще разбитый, не знаю. Это капец, конечно. Почему не проверила вот на пункте выдачи? О, а с этими возвратами на Wildberries я ни разу не делала такие. Только вот неоплаченные заказывала и возвращала. А после оплаты это вообще пипец. Я им, конечно, сейчас отзыв накатаю от души вообще. Потому что, ну, это вообще жесть. Вот так это должно было выглядеть. Ксюшка расстроится. Ну, что я могу сделать? Если только вот скотчем заклеить... И все. Я специально брала от сети. Он единственный такой дешевый был от сети. Сейчас скотчем, наверное, приклею или моментом склею их. Пусть пока такой будет. То сейчас придется, школа расстроится, бедная. Сломанный весь. Опять у меня курсы творчества. Ну, в общем, вот так я сделала. Заклеила клеем. Еще момент не брала. Обычный такой, ну, минутный. Еще пришлось другим, а он желтоватый. Клейкую полосу проклеила белым. Но не белая, а такой вот молочный какой-то. Молочная изолента. И сверху приклеили наклейки из фикса. Ксюшка уже пришла домой. Вот. Наклеили наклейки из фикса, которые по цвету тоже подходят. Сейчас включу, посмотрю. Ну, в общем, теперь как-то так. У нас там розетка. Пока светло. Вот такая вот получилась ерундень. Вопросы про то, как появляются у плохого товара хорошие отзывы на маркетплейсах. Видите? 50 рублей обещают за то, чтобы написать отзыв 5 звезд. Представляете, какие гады? Я сейчас сфоткаю тоже в отзыв обязательно вот эту бумажку, которая лежала в коробочке. Отправлю. Вы представляете, вот кто-то же за 50 рублей пойдет и напишет отзыв. А по факту получается, что продукт не то, что негодный, но что-то с ним не то. Нечестный продавец, нечестный товар. И вот так делать вообще некрасиво. Ну и на этом все, мои хорошие. На этом влог буду заканчивать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк. Ссылки на крем и скраб для тела Аура оставляю под видео на Wildberries ссылочки. Всех люблю, целую, всем пока-пока.